Еще много? Я не знаю, что еще. Всем доброго утречка. Проснулась в 6:20. Уже повязала щавель. Сейчас будем завтракать. Вот Антоха просыпается, и мы завтракаем. Вот Антоха 8, но сейчас 8:30. Я пока пробежалась по огороду. Вот за что я люблю лето, за то, что можно пробежаться по огороду и сварить борщ, либо приготовить завтрак. Мой сбор сегодня. Со вчерашнего остался йогурт. Мы сейчас с Антохой сделаем малиновый йогурт. Малины пошла немножко, насобирала. Заодно там жерделки попадали. Тоже сейчас их помою, поедим. Вот. Это будет один завтрак. А второй — это яичница с болгарским перцем. У меня, значит, в детстве была, знаете, энциклопедия для девочек. И в этой энциклопедии было два офигенных рецепта. Это кабачковые оладьи и яичница с болгарским перцем. Вот этим она была полезна. Я не знаю, у вас была энциклопедия для девочек? И поэтому я вспомнила, сейчас видела, что там у нас перчики растут, сорвала себе два штучки и сделаю сейчас себе яичницу. Просто сначала обжарить перец, тонкой соломкой его порезать, и добавить туда яйца, все перемешать. В общем, я помню это в детстве. Мы с Любой, с моей сестрой готовили достаточно часто. Ну что, перцы готовы? Порезаны, один перчик, такой соломка, сейчас это все обжарю, добавлю 2 яйца, соль, перчик, и все будет готово. Класс! Вот моя яичница из детства с болгарским перцем. Господи! Мне не нравится. Это было, знаешь, из какой книжки рецепт? Вот это, знаешь, помнишь, были энциклопедии для девочек? Вот это только она. Антоха. Бабуля, привет. Мам, здрасте, здрасте всем. Всем. Мне нравится, что в шляпе лежала, угадай. Что? Потрогай. Не знаю, что это. Манишка. А, манишка? Все, захожу готовить обед. Без 5:11. Надеюсь, успею сварить суп с фрикадельками, которые я тут как хозяйка заморозила, когда делала котлеты. Накрутила еще фрикаделек, тюфтелек, фрикаделек и заморозила. Антоха пошел на тот двор до дедушки Коли. Там папа ему дал задание. Я сейчас готовлю обед. Суп с фрикадельками. На самую большую конфорку поставила картошку с водой. Здесь у меня морковка, лук. И будут еще фрикадельки, и, может быть, рис или чего-нибудь еще в суп добавлю, а может и не буду, посмотрим, как будет по густоте. В общем, пока режу лук и морковку. Сделаю небольшую поджарку, потому что Антошка хочет красный суп, поэтому добавлю немножко томатной пасты, поджарку. Вот моя поджарочка готовится. Морковка, лук и половинка болгарского перца. Ну, красный суп же, как ты хотел, с фрикадельками. О, это с ананасом, зеленый суп. Зеленый или белый? Белый. Сейчас немножечко это потушится, да? Добавлю сюда, да, когда картошка сварится. Мама. Да, и сейчас принесу с морозилки фрикадельки. Так, помощник мне помогает. Уже вот такая у нас каша. А я принесла уже фрикадельки. Фрикадельки. Они заморожены. Правда? Да. Ты говяжий, из говядины. Осторожно, это сейчас брызнет на тебя. Нужно прямо так дотронуться до воды и потом только отпускать. Угу. Холодный, скажи. Да. Ой, аккуратно. Угу. Еще две. Давай. Я знаю, как готовить. Откуда? А мне мама говорит, как готовить фрикадельки. Налей горячей воды или холодной, она нагреется. Короче, закину туда фрикадельки, и они пожарятся. Нет, и они поварятся.
вместе с картошкой, а потом уже добавим поджарку в конце. Дай, понюхайте. Кстати, подписывайтесь на канал Хуторянка, ставьте лайки и не забудьте нажать колокольчик, чтобы вам приходили новые видео. Супчик готов, сейчас буду обедать, Антоха уже покушал. И папы нашего нет, поэтому ждали-ждали его, будем обедать сами. У нас уже погода подиспортилась. Тучи, ветер, ну не знаю, сейчас, может быть, приду купаться в бассейне. Вода, кстати, у нас подочистилась в бассейне. Сейчас я ее еще хочу почистить сачком. Еще много тебе? Ты успеешь сегодня поехать поночевать или нет? Ну пойди доделай быстро, чтоб... Да? Хорошо. Сразу. Угу. Да. И вот, видишь, и с этой стороны они налетели, эти письма от одуванчиков, да, эти? И надо еще, кстати, добавить воды, чтобы вот эта вся верхушечная, сверху мусор стек туда. Папе скажем, чтобы сегодня добавил, да? Всю ночь. Мне кажется, вот всю ночь она уже... Угу. И вот эта вода на выходных будет как 2 недели, как мы ее набрали. Мне сказать и больше, мы ее когда набрали? Нет, 2 недели, 2 недели назад. Но в прошлый раз она у нас за 2 недели зацвела. А в этот раз вот она как бы не зацвела. Уже 2-я неделя идет. Да. Уже будет 3-я. Угу. Вот она же летает, вот. Это вот хорошая, знаешь почему? Потому что, смотри, опускаешь, и там под низом. Угу. Видишь? Там же Гриша, когда сеткой, там же и там нельзя. У нее уже вот эти вот белые мешают. Ну да. А у нее ничего не мешает, заходит. А жук. Три листика. Я вот, которые вот эти вот колючие, я их оставил, когда я большую часть уберу. Угу. Ну, больше, я-то поняла. Это ну, да. Так, а я сейчас буду готовить пловик нам на ужин в мультиварке, поэтому это такой у меня простой, быстрый вариант. Кто-то даже не считает это пловом. Ну, у нас так, рисовая каша с курицей. Вот она, рисовая каша с курицей. В общем, обжариваю на сковороде курицу. Здесь у меня набор, который называется чахасбили. Продается в Магните. Морковка, лук, болгарский перец. Всякие там специи, немного перца, немного каких-то там специй к мясу, соль. И сейчас все это буду складывать в мультиварку вместе с рисом. Начистила еще чеснока, буду добавлять в кастрюлю. Такой вот рис и кастрюлька мультиварки. Вот, все в чаше смешалось, осталось добавить соль и чеснок. Здесь 2 стаканчика вот таких вот маленьких риса и 4 вот таких же стаканчика воды. Все, сейчас включаем на режим крупа в мультиварке. И через 25 минут наш плов будет готов, и мы его будем кушать. Все, подсолю. Иду за своими мальчиками звать их кушать. Тучки, видите, какие? Все, готовимся к зиме. Дровами надо запасаться. Ты только домой же езжай. Нет, не домой, я в магазин. Это тебе? Да. Почему так мало? Нормально, это просто тарелка большая. Столько же, сколько и тебе. Ну, больше у папы. Да.
Папуля, мы тебя зовем ужинать. Я смотрела, там же сразу, там же... Что? Там на компьютере же было Бразилия-Парагвай в пенальти. Бразилия выиграла. По пенальти? Да. Аргентина сыграла с ней 1-1. Ну что, мой комментатор? Что, поехали? Кто же выиграет? Бразилия, да? Это ж не прямой эфир или прямой эфир? Ну это сейчас они играют или нет, или это запись? Это сейчас играют. Нет, не написано прямой эфир, наверное же это запись. Так она и не должна писать. Да? Она бы не играла. Так, ну все, пошли. Ну в смысле запись тебе показали и все. А был первый. А, это второй? Да. А в первом пенальти 1-1. Угу. Так как у нас сегодня пятница, и все по традиции, мы едем сейчас с Антохой в магазин, да? Так, что у нас тут? Уже начали уборку, да? Видишь, пшеницу убрали уже. Нет, не всю. Ну, не всю, да. Солнышко уже, закат. Если я бы не убрала ветки, у меня бы и не было пятницы, и я бы не ночевала, но я... Что ты хочешь? Так я не смотрела, что здесь есть. Ну, пошли смотреть. Вот эти вот, мороженки. Угу. Там новых героев подобавили как-то. Пошли дальше. Там новых героев. Может, когда-нибудь на него поедем? Угу. Ну, я не знаю, что еще хочешь. Соки или что ты хотел? Игрушки. Игрушки? Пошли посмотрим игрушки. А вот они, да? Ну, как всегда. Ну, поставь ты эту корзинку, пока вот тут еще что-то есть. А, это аппликации классные, это да? Что? Аппликации для какие? Да, для мальчика. Наклейки для одежды. Что, возьмем? Для одежды прям? Угу. Давай двое возьмем. Ну, давай. Ну, смотри, мне вот с футболом и вот этот, да, можно с да. футболом? Да. Этот? Снимай. Кошелки. Ага. Один. Может, ты девочку возьмем? Ну, возьми девочку. Две. Угу. Одну, такую же. Ну и вторую, чтоб не ссорить. Да. Я знаю. Эту я особенно не буду. Почему? Они поссорятся.